И к другим новостям. Генеральная прокуратура России вмешалась в ситуацию с застройкой героической 365-й батареи. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства. Далее цитата. «Неправомерное строительство может повлечь разрушение и утрату объекта, увековечившего память погибших при защите Отечества, а также причинение существенного вреда историко-культурному наследию региона. Севастопольской прокуратуре поручено провести проверку». Проверка проводится по сведениям, изложенным в сети интернет и поступившему в прокуратуру города обращению председателя региональной общественной поисковой организации «ДОЛГ» о том, что объединение поисковых организаций города Севастополя пытается защитить от индивидуальной жилой застройки территорию, на которой расположен памятник защитникам 365-й зенитной батареи. Обстановку на месте уже оценил прокурор Нахимовского района Севастополя. На территорию 365-й батареи он прибыл вместе с председателем поискового объединения «ДОЛГ». Сейчас правоохранителями устанавливаются обстоятельства формирования и использования земельных участков по улице Ясеневой в районе исторического объекта. По результатам проверки будет дана правовая оценка сложившейся ситуации действиям должностных лиц. Также сообщается, что в случае выявления нарушения закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.